Всем привет! Скоро летние каникулы, и мы свою дочь Арину повезем отдыхать на некоторое время к моей маме. И она мне заказала, чтобы я ей пошила две прихваточки. Старые уже совсем износились. Такой у меня сегодня будет вариант. Это одна прихваточка. Таким вариантом я ее еще не шила, но попробую и покажу вам. Так как кусочков у меня очень много, решила с них пособирать. Вот этот вот кусочек остался. Я своей маме укорачивала халат. Это хб-шная ткань, то, что надо для прихватки. А внутрь можно положить все, что угодно. Можно джинсу, можно старое одеяло, такие есть шерстяные или какие. А я нашла у себя кусочки флиса. Такой величины прихваточка, я думаю, будет нормально. А квадратную я делать не буду, просто срежу вот этот вот край. А по размерам у меня 16 на 21. Итак, вот мои детальки на одну прихватку. Внутри это будет два слоя флиса. Снаружи это будет такого же размера слой хб-шной ткани. А с другой стороны будет та же ткань, но нам нужно сделать, чтобы она была больше со всех сторон на 4 сантиметра. То есть она будет размером 24 на 29 сантиметров. Можно взять любую другую ткань, цельную, но я хочу израсходовать вот этот остаток ткани, поэтому я буду сшивать. Итак, в длину у меня поместилось 29 сантиметров, и шов у меня будет посередине. Если нас 24 разделим на 2, это 12, и добавим по сантиметру для того, чтобы взять шов. Значит, нужно такие две детали, 29 на 13. Итак, две детали у меня готовы. Теперь слаживаю их лицом к лицу и проложу строчку на расстоянии 1 сантиметр. Заколю иголочками для удобства. Итак, теперь переверну на лицевую сторону и здесь просто проложу закрепляющую строчку. Здесь посерединке, чтобы оно зафиксировалось. И у нас получилась деталь того размера, который нам нужен. 24 на 29 сантиметров. Итак, на изнаночную сторону кладу посерединке. Лишнее можно, в принципе, обрезать, чтобы не было толстого слоя на глаз. Просто уголочки подрезать и все. Так, ну я сначала зафиксирую саму прихваточку к ткани, которая у нас снизу, чтобы ничего не сместилось. А теперь что я делаю? Уголочек подгибаю, и его нужно зафиксировать. Так я сделаю со всеми уголками. Так, смотрю, где у меня уголок. Уголок у меня прям по этим булавочкам. Теперь загибаю и еще разочек. Сначала я зафиксирую посередине, а затем буду формировать угол. То есть вот до этой булавочки ровненько натягиваю, чтобы уголочек у нас потом совместился. Так, закалываю. И с этой стороны то же самое. Сначала посерединке зафиксирую, а затем буду уже выкладывать угол. Вот так вот должно все совместиться. Все должно быть ровненько. Вот такой вот уголочек. Я его зафиксирую иголочкой. Вот такой вот уголок у меня получилось выложить. И то же самое я буду закладывать со всех сторон. Итак, я все сколола. И теперь я прошью, вот здесь вот все зафиксирую. А вот эти уголочки можно либо вручную сшить, либо какой-то декоративной строчкой, какую-то, ну, зигзаг, например. В общем, на усмотрение. И еще я чуть не забыла. Для прихваточки нужна обязательно веревочка, которую можно заложить в один из уголков, вот так вот вложить в уголочек, и все,
такая прихватка у меня получилась. Как я и сказала, уголки я прошью зигзагом, и еще я проложила две строчки по диагонали. Вот так вот она выглядит с обратной стороны. Уголочки тоже симпатично смотрятся, она мягенькая. Вот такую именно моя мама прихватку и хотела. Очень просто она делается, хотя всевозможных вариантов, как шить, очень много. Но я решила попробовать вот таким вот образом. Моя мама мне заказала две прихватки, поэтому в следующий раз я пошью другую каким-нибудь другим способом. Всем пока, до встречи!